Пираты веками отравляли морские просторы. Знаешь, в чем опасность? Быть последним из кого-то. Рано или поздно платят все. Посему я поклялся покончить с этой чумой. В скором времени не останется никого. Возможно, вы помните пирата по имени Джек Воробей? Капитана! Капитан Джек Воробей! И вот я покончил с чумой, дабы черные флаги впредь не оскверняли моря. Пираты ждут, что мы на черной жемчужине поведем их за собой. И что они увидят? Увидят свободных людей и свободу! А враг увидит вспышки наших залпов и, наконец, поймет, на что мы способны. Поднять флаг! Идти на край света и дальше, чтобы вернуть красавца Джека и его жемчужину.